Уполномоченная по правам человека в Республике Мариэл Ирина Татаринова может возглавить новый состав регионального центра избиркома. Пока же кандидатура Татариновой рекомендована ЦИКом России для работы членом избиркома республики с правом решающего голоса. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в минувшую среду. Еще одна новая персона в составе центра избиркома – Елена Попова. Она является начальником правового управления аппарата Госсобрания республики. Напомню, что в этом году в избирательных комиссиях 55 регионов России идет ротация. ЦИК России в соответствии с законом предлагает двоих кандидатов в состав каждого регионального избиркома. Одного по квоте губернатора, второго по квоте законодательного собрания. О новом составе Центра избиркома республики станет известно 29 ноября. В этот день на сессии Госсобрания депутаты утвердят кандидатуры членов ЦИКа. А примерно в середине декабря на первом заседании Центра избиркома Мариэл будет выбран новый председатель Республиканской избирательной комиссии.